Это нет, вот это бетон современный. А вот это известняк. Просто укрепили, чтобы да, не падало. Я об этом и лестниц вот таких вот не было. Вот как это выглядело. Видите, там лаз. А вот наверх посмотри, там где ты стоишь. А как же по ним спускаться вверх вниз по этим лазам? Держать по краям, где-то на веревках, где-то были ступени. Но вот эти ступени современные, красивые, элегантные. Погоди, мы пойдем, только не сейчас. Дайте, вот. Да я все же расскажу, что же это такое. Итак, изначально это действительно были... Это действительно было водохранилище. Позже, во время восстания в Барковы, вот это то самое второе восстание, повстанцы придумывают систему. Придумывают ее не здесь, просто здесь она получила совершенно шикарное воплощение. А, вы знаете, у меня классно работает стиральная машина. Я вообще везде пачкаюсь, это нормально, это, как бы, работа у меня такая, по всяким дырам лазит.